Ми продовжуємо нашу програму на телеканалі «Миколаїв» в ефірі «Новий день». І ми знаємо, що серед наших глядачів велика кількість тих, хто всього себе віддає роботі на землі, хто вкладає всю душу у догляд за своєю присадибною ділянкою або дачною ділянкою. І саме для них ми запрошуємо нашу гостю. Це Надія Гуньковська, голова Миколаївської обласної організації Товариства садівників. Доброго ранку. Отже, завершується сезон збору врожаю, починається підготовка до сезонних осінніх робіт, щоб підготувати садок до зими. Які ж головні речі треба зробити на своїй присадибній ділянці кожному дачнику, який себе поважає? Доброе утро, студия. Доброе утро, уважаемые садоводы, кто сейчас внимательно слушает нашу передачу. Я хочу напомнить об осенних работах, вернее, подготовка к осенним работам, которые сейчас нужно провести на своих дачных участках. Первым делом, что вы сейчас должны в саду сделать, это, конечно, просмотреть все свой сад. Если нужны какие-то пересадить плодовые деревья или кустарники, нужно сейчас это сделать. Значит, подбор места идет к пересадке. Место должно под посадку должно быть солнечным, должно быть хорошо продуваемым ветром и незатененным. Это первое условие, которое вы должны это учесть. Я хочу сказати, що умовою цікавої передачі є спілкування із вами, шановні друзі. Тож ви можете дзвонити під час цього ефіру за номером 76-92-42 і ставити свої запитання нашій гості. А ми продовжимо розмову про найголовніші осінні роботи у садку. Отже, це підготовка до майбутньої посадки. Тож, перш ніж виростити ось такі плоди, треба багато чого зробити. Конечно. Це треба посадити, власне, той дерево чи кущ. Всегда закладки ми починаємо з осені. Для того, щоб отримати хороший урожай следующего года, нужно обязательно сделать закладки з осені. Що ж сейчас, які підготовительні роботи ви должны провести в своїх садах? Я вже сказала, подбор места під пересадку і посадку деревьев. Вы должны еще учесть то, что если вы будете пересаживать деревья, обязательно нужно учесть место, где уже у вас посажены деревья, и по сортам или же по срокам созревания вы должны разместить эти саженцы, для того, чтобы вам было удобно и в обработке, и в обрезке, и во всех других видах ухода работ в саду. Тобто... Ціла наука, да. Як садити дерева. Да. Следующий етап у нас. Я перепрошую, да. А які дерева не миряться між собою? Ви знаєте, в саду миряться всі дерев'я, але ми їх компонуємо так в саду, для того, щоб було нам легше. Сімечкові к сімечковим, косточкові к косточковим, для того, щоб деякі дерев'я перепиляють друг друга, це вишня з черешні, і отримуємо хороші результати. От, тому от такі, повинні учесть такі моменти. Следующий момент – це, звісно, підготовка ям. Подготовка ям ведется, если на тяжелых почвах, конечно, очень хорошо нужно заложить именно питательных веществ в лунку. Готовятся ямы у нас заранее. На нашей на территории Миколаївської області не завжди такі ділянки ґрунту, які дуже сприятливі для садівників. Тож треба також добре попрацювати. Тому ми рекомендуємо лунки всі викопати іменно заблаговременно. Це викапується яма, викапується із розрахунку десь 60 на 60 і 60-70 глибиною. Це ідеальна яма. Якщо є сили і можливість выкопать глубже и шире, это только плюс будет вашему пересаженному дереву. То есть ямку копайте якомога ширшу для того, чтобы дерево было вильно, чтобы оно вильно почувалось. Конечно, так? Особенно на тяжелых почвах, еще раз подчеркиваю. Если вы яму выкопаете шире и глубже, корневая система будет лучше разрастаться в таких условиях, и дерево будет лучше приживаться, и расти, и питаться. И у нас есть дзвіночок, потому что эта тема не может залишити байдужим наших трударів. Алло, доброго ранку вам. Доброе утро.
очень хорошая ваша передача, полезная. Только вопрос. Скажите, пожалуйста, когда можно поздний сорт яблок снимать? Так. Важливое запитание. Да, конечно, сроки созревания яблок нужно знать, какие сорта у вас высажены на дачном участке. И поэтому для того, что если вы не знаете или там приобрели дачный участок, не зная уже сорту, вы обязательно должны снять яблоко, разрезать его, посмотреть в семенную камеру. Если семечко уже окрасилось в коричневый цвет, значит, яблоко уже можно снимать и ложить на хранение. Якщо ще світле чи зеленкувате, да, кісточка, пусть, то ще нехай повисить, подозріває. Немножко, да, конечно. Ось такий простий спосіб, але яка корисна порада, правда? Дякуємо за запитання і чекаємо нових дзвіночків. Продовжимо далі. Да. Следующий етап – это нужно подготовить почвосмесь, которую нужно положить на дно лунки. Не кожен грунт підійде, так? Конечно. Нужно на краю посадочной ямы мы делаем такую почвосмесь. Берем полведра сыпца или навоза. И добавляем туда суперфосфат, где-то грамм 200. Добавляем еще калийное удобрение, это в виде сульфат калия, или же можно его заменить древесной золой. Вот. Из расчета також где-то дуже хороші результати, одна, тоді да, дуже солодкі яблочка. Да, да, одна литровая банка где-то на посадочную яму. Все это мы хорошо тщательно перемешиваем и ложим эту всю почвосмесь уже на дно лунки, на дно. Я всегда повторяю, корневой системе никогда не должно прилипать и удобрение, или же навоз. Поэтому на самое дно лунки. Сверху присыпаем землей и оставляем эту лунку до посадки деревьев. Она будет хорошо проветриваться, может даже пройдут дожди, она будет еще увлажняться, а перед посадкой деревьев эту лунку надо хорошо пролить водой, затем садим саженец, и потом дальнейшее уже в следующих передачах я потом уже расскажу об особенностях посадки плодовых деревьев. Сейчас пока готовьте место, готовьте лунки, готовьте почвосмесь и подготовьте все к посадке, потому что это очень трудоемкий такой процесс. Надія Олександрівна, а є якісь чарівні слова, щоб можна було прошепотіти над деревом, і воно краще почало рости. Я знаю, що садівники вкладають душу і знають такі слова. Самые хорошие слова для того, чтобы росло дерево, нужно его садить с любовью. Самое верное то, что если вы посадите дерево с любовью, если вы будете о нем, как о ребенке, заботиться, дерево даст вам плоды и всегда будет благодарно вам за вашу. Это тоже живое, и вы знаете, что если хорошо ухаживать, то получите результаты. Поэтому всем садоводам я рекомендую, нужно садить дерево и любоваться его произрастанием, плодами и так далее. И еще одно важное запитание, которое касается сезонных осенних работ в садку и на огороде. Багато людей сейчас намагаются так якось придобрити, задобрити, можливо, землю, щоб вона дала наступного року хороший врожай. І приділяють увагу таким культурам, які називаються по-науковому сидирати. Могли б іще пару слів сказати, тому що мені здається, що це саме час для таких культур. Сейчас очень многие садоводи вже перейшли на вирощування сидирата в своїх садах. Це відмова від хімії і якийсь природний такий досвід. В зв'язку з тим, що ми осінню повинні обов'язково заложити питательні вещества на наступний рік, але в деяких випадках ми не можемо внести органічне удобрення, зараз вони дорогостоящие, вот, и может еще и силы нет у нас разбросать эти удобрения по участкам, поэтому мы рекомендуем выращивать сидираты. Сейчас на дачных участках есть поливы, вот, поэтому сидираты произрастают хорошо и ведут себя хорошо и дают много пользы на дачных, на своих участках. Что это за культуры? Значит, у нас сидираты могут быть как бобовые, это горох, фасоль, соя, вот, люцерна, это, и могут быть еще высевают и горчицу, и гречиху,
И, конечно, злаковые культуры, это и пшеница, и овес, и ячмень тоже могут быть сидиратами. Это в зависимости от того, какую культуру вы убрали и какая культура у вас планируется на следующий год высаживаться на этом участке. Сидираты еще играют большую роль в том, что особенно на тяжелых почвах, еще раз повторяю, у нас в области очень много тяжелых почв, глинистые почвы, растения очень трудно, конечно, выживать в таких условиях, поэтому нужно высаживать сидираты. Сидираты, они разрыхляют своей корневой системой, разрыхляют комочки, структурируют почву, разрушают комочки слипшейся этой глины, земли, вот, и дают доступ к влаге и к питательным веществам, к культурному растению. Поэтому это самая первая основная задача сидиратов. Затем стебли, листья, они прикрывают землю и оберегают землю от растрескивания, выдувания и солнечного, конечно, пережигания почвы, как вы на отдельных участках видите, если когда убираете траву, вот почва растрескивается. Вот сидираты ее сохраняют. Это на тяжелых почвах. На песчаных почвах, на рыхлых почвах сидираты тоже играют свою роль. Они удерживают своими корешками, они удерживают эту почву от размыва, если песочная почва, и держит ее, структурирует, и хорошо она тогда используется уже для посадки культурных растений. Ну что ж, самый час, да, как раз высеять сидираты. Да. Дякуємо, Надія Олександрівна. Бажаємо нашим глядачам працюйте з любов'ю і отримуйте гарний врожай.